какой-то хочется экспресс-комментарий по матчу, как самим тяжело было, много сил отнял этот поединок. Пришлось много бегать против этой команды, потому что они много контролировали мяч. Приходилось бегать, отбирать, терпеть. Но я считаю, что, в принципе, не так много дали им создать. Плюс сами имели достаточно много моментов. Их просто где-то реализовали мало, как обычно. Но мне кажется, что все закономерно, где-то победа в один мяч. Можно сказать, что наконец начали сыгрываться, что вот пошли результаты, и игры, главное, пошли качественная игра. Ну, я говорил еще после Лисок, что очень мало было времени, потому что там раздавались гневные возгласы. Почему, почему? На тот момент команде не было еще месяца. Сейчас ей уже где-то 2 месяца, да? Я так думаю, что с каждым матчем мы будем прибавлять сыгранности, и футбол будет качественнее и качественнее. Плюс, ну, очень хорошее поле сегодня было по сравнению с предыдущими матчами. То есть оно было быстрое, мяч ходил быстро, поэтому легче было играть в кондиционный футбол.